Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я ни в коем случае никогда ничего не рекламирую, никого ничему не принуждаю, я только рассказываю, где зарабатываю я. Итак, сейчас мы поговорим о проекте Дорадус, как у меня тут дела, вообще как дела с проектом. Видим уже почти 70 тысяч человек, видим то, что проинвестировано 22 миллиона долларов. Это не просто цифры, это все по блокчейну проверить можно, статистика тут реальная, выведено всего 3,5 миллиона долларов, так что резерв в проекте хороший и развитие идет отличное. Вот, кого еще нет в проекте, ссылочка под видео, кто не может зайти, также используйте VPN. Вот, и сейчас мы поговорим, значит, об обновлениях. Значит, сделали они дорожную карту, вышли на TikTok, в чате, посмотрите, если вы подпишетесь на телеграм-канал, подписаться можно бесплатно, и не только бесплатно, за это еще дают по 10 центов за каждую подписку. Там все новости, там есть чат для СНГ, есть зарубежный чат. Там проводят конкурсы на видео в ТикТок, платят от 1 до 100 долларов. Заработать можно даже без вложений, то есть там минимальная инвестиция всего там 10 долларов. Там можно выполнять несколько заданий, можно там сделать там, ну, хоть долларов 500. Все зависит от ваших соцсетей и от вашего старания. Так, давайте теперь посмотрим, какие тут у нас, смотрим структуры, видим то, что лидеры очень стараются, вот уже у кого-то 10 миллионов долларов оборот, и видим то, что Infinity — это очень хороший лидер, он также в чате есть, вы все можете это посмотреть, ребята стараются, ребята, конечно, молодцы. Я буду показывать сейчас вывод средств, вот у меня 180 долларов, и давайте посмотрим, партнеров у меня уже почти 600 человек, оборот структуры 16 тысяч долларов, структура растет, я уже скоро закрою бонус за оборот и получу 250 долларов. Мне уже немножко осталось закрыть 25 тысяч долларов, и 250 долларов у меня будет оборот структуры. Вы также можете приглашать своих партнеров, своих друзей. Конечно же, не стоит никогда забывать о рисках, нужно им всегда предупреждать то, что есть риски в таких проектах, иначе вы просто потеряете своих друзей, если вы им будете говорить сказки. Поэтому я надеюсь, что меня смотрят взрослые люди, осознанные, и ответственность несете только вы сами за себя. Сколько будет работать проект, этого никто не знает, я не пророк, но я рассказываю только по факту, как обстоят сейчас дела. Выводить будем на MetaMask, сеть я выбрал BEP20, можно выводить хоть на USDT, хоть на этот. Так, и давайте сейчас посмотрим денежку. У меня было 220 долларов на USDT-шке. И сейчас давайте мы посмотрим, сколько у меня сейчас. Так, открываем свой MetaMask. Открываем MetaMask. Если что, выплаты я покажу на BSCAN. Так, у меня 211, видим сейчас USDT. И сейчас должно обновиться. Также я выплаты публикую на BSCAN. Там вы можете посмотреть. Кто не подписан на новостной телеграм-канал, всегда говорю, подписывайтесь. Потому что вы узнаете о таких проектах самыми первыми. Я в проекте Дорадус нахожусь с самых первых дней. Поэтому телеграм-канал. Давайте вот еще раз зайдем. Так, пока что видим 211 долларов. Пока что денежка еще не пришла. Но должна сейчас она прийти. Так. Ждем саму сеть. Сама сеть просто выплаты тут инстантом. Давайте мы посмотрим. Так, статус у меня написано, то что я 179 долларов. Должно прийти. Давайте посмотрим. Тут они обновились у нас. Так, у нас написано то, что статус success. Так, у нас тезер BEP20. Давайте посмотрим информацию. Так, wallet. Это мой кошелечек. В общем, и транзакция, детали транзакции. Давайте еще разочек обновим. Бывает иногда саму сеть нужно ждать там одну минуту, там пару минут. Я вывожу на USDT-шку BEP20, комиссия гораздо меньше, чем в USDT TRC-20. TRC-20 на TronLink, у меня большие комиссии. Я, вот, кстати, видите, у меня уже 400 долларов, ну почти 400. Вот я вот свой, значит, вывел сюда, вот, и денежка пришла моментально, очень быстро. Выплаты, только нажал на кнопку, выплата прилетела. Вот, не стоит никогда забывать о рисках, побольше вам профита, ну и до новых встреч.